сохранился. Мало ли какой сбой. Коридор. Странно, там же нет выхода на третий этаж. Там очень странно сделали некоторые вещи. О, плакатики еще такие, какие 80-е. Ну, видишь, стекло скотчем заклеено. Мне кажется, это заклеено очень давно. Это сколько скотч такой живет? Он высох уже. Того гляди, да, он легко уже трескается. Наверное, лет 5. Вот мы были там. Прошлись по коридору, поднялись наверх. Вот это типа выход на крышу и машинное отделение для лифта. Ничего такого. Пойдем выше. Всякие тележки, тут каталки, стулья старые. Выход. Так, ну, это дверь закрыта уже. CGI записываю, короче. Заброшка. А что такие шумы у меня? Адские шумы. О, чуть не подскользнулся. Пятый этаж. Что, скрипучая? Нет? Warm house, обогреватель, достаточно современный, значит тут обитаемый арест. Сейчас заглянем туда, только скажу повыше. Опа. Там кто-то дверь открывает. Да, там кто-то есть. Наверное, им тоже непривычно слышать, когда кто-то ходит. Потому что такие офисы, ты приходишь, работаешь и не ожидаешь, что кто-то гулять будет. Шестой этаж. Тут прям хрен зайдешь. Хрен зайдешь. Седьмой этаж. Здание девятиэтажное. Обшиты жестью. Тоже закрыты двери. Там... Эй, засвет, привет, ты чё? Там вот интересное место. Фига, труба такая торчит. У меня очень много видосов с разных мест, типа таких, похуже, посовременнее. Ну, такое, пока еще не выставлял. Написано, ключ находится у дежурного. Выход на крышу, видимо. Помните, мы смотрели вот этот верх стеклянный, вот из таких странных плиточек стеклянных. Эстебию, типа я тут был. Кто-то тут был, я тут тоже был. Ну окей, я был и был, вот видосик на память. А это немножко потрескалось все. Возможно, знаешь, типа просела вся эта конструкция чуть-чуть. Потому что не похоже, чтобы ее кто-то бил. Выглядит так, будто она, видишь, под весом просела и немножко вылезла. Того гляди, скоро все развалится. Лет, шланг. А воздух тут такой конкретно спертый, даже дышать тяжело. Вот тут очень тепло, прям жарко. Крыша, видимо, нагревается. Не знаю, что там происходит. Хотя чему нагреваться, солнце-то не светит. Ну ладно, спускаюсь вниз. Как в Resident Evil, знаешь, когда по лестнице поднимаешься и спускаешься. Заставка того, что ты спускаешься или поднимаешься.
Я что, нашел монетку? 1998-1FR франк? Ок. Как бы достать эту монетку? Нет, это все открывается. Ну, в теории можно было взять эту штуку, раздолбать. Ну, в общем, ладно, здесь есть вот такая монетка. Один франк. Блин, мне нравятся такие штуки, хочу заколлекционировать. Шумно очень. Проветриваем, в общем, за долгое-долгое время. Фига, там пауки всякие ползают. Посмотрели, что там. А, нахрен с ней, с этой монеткой. Приоткрою окошко, потому что тут пипец, дышать нечем. Там какие-то подвижки слышу, потому что пошумел. Так, пойдем зайдем, посмотрим, что там. Идем, чуваки, покажу, что как тут происходит. Там светка. Блокеры. 1С, бухгалтерия, рекомендованная Минформ России. Так, это место где? А, он, видишь, тоже заводик, ничего там такой стоит. Там межпарк. Ну, типа лесной парк. Бля. Так, кто-то там за мной пошел. У меня нет желания пересекаться. Там, наверное, кто-то ходит, вроде в мою сторону пошел. Ой, коридоры. Опять моя любовь к коридорам. Типа такой. Идешь, видишь, вроде в конце свет. Вот идешь. Фига тут дырочку вырезали, может отсюда что-то вылезет. Заскриптованная такая часть в игре. Ого. Что там? Ящик. Щель.
CGI-эффект. Это тоже прикольно выглядит. Можно потом для видосика ее заюзать. А, тут заметил дверь поновее. Ой, а тут вообще целая куча всего. ESF, проект. C1C1, касса. Касса тут ничего не видно. Опять странная шахта. Пупер. Почему открыто? Какой легион? Что он там охраняет? Какой сюда легион приедет? Сюда охранник даже не придет, я думаю. План эвакуации 4 этажа. За свет так за свет. Выход. Смотри, окошко на распах. Кто-то шел, проветрил, видимо. Вот домик, ничего такое. Ну вот, в ту сторону Югла будет. В принципе, и Сигл, да и все дела туда идут. Дует, блин, холодно, пипец на улице. Там гаражи. Это объясняет, почему я так сильно продувал, когда там дверь открыл. Тут, прикинь, по всему коридору. Может, там еще где-то дырка и так вот. Большой объем воздуха прогоняется, ты думаешь, что так дует? Ну все, тут сейчас видео наснимал, замонтирую. Короче, обычно хотел один кадр, но получилось. И у меня из будущего мои суперспособности телепортироваться появился. Я наснимал больше, чем часть видео, поэтому пытаюсь сжать минут 20. Но ничего такого страшного не произошло. Третий этаж, ну похоже на мой этаж. Точно мне туда. Достаточно неплохо погулял, ничего криминального не произошло. Чуть-чуть покажу то, что видел сам. Это такая незаброшенная заброшка. Не совсем заброшенная заброшка. Смотри, сколько у нас тут квадрокоптеров всяких разных. Самолетиков дофига. А это вообще Liquid Sucker. Прикольный шнель. Такое. Мозги? Надо кому мозги? Так, не друга, которому нужны мозги. Настоящий стартапер. А это та самая инфракрасная печка. Ну, все. Милый станочек. Работающий 24/7. Назовем его Энди. Ну что, прогулялся немного, а теперь... Все, не включается вторая часть. Все, а теперь опять сажусь и начинаю паять. Это мне еще часа 4, наверное, с половиной, 5 паять. Это, конечно, фаталити. Ну, такова нелегкая жизнь стартапера. Стартапера, плюс. Говоришь стартапер, но когда ты слышишь, что охренительно здоровые компании по типу Tesla называются стартапом, ты думаешь, бля, где я, где вообще, что, где я, кто я? В Латвии самый хардкорный уровень для развития, так что приезжай в Латвию, если хочешь играть в Максиме. Так что приезжай к нам в Латвию. Так что приезжай к нам в Латвию, в Ригу, если хочешь играть на самом хардкорном уровне, который может позволить тебе эта вселенная. Так что приезжай к нам в Латвию, в Ригу, если хочешь играть на самом хардкорном уровне, которая может позволить тебе эта вселенная. Иногда моя способность телепортироваться ломается.